На ковре Б победу одержал Киргенов Лев, Республика Бурятия. Приглашаются Толстиков Руслан, Республика Бурятия, Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. Тимур, привет. Ничего не видно, тут проверил, туда сань. После этой пары на ковер Б забылся Густаву Бургеду Саяну Жизмаеву. На ковре А в красном трико боец Шабдуров. Представляет команду Бурятии, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Станислав Кучиров, Солбом Роднаев. Борец Синитрико Аркадий Ташудутуков. Имеет первый спортивный разряд. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. До конца. Вот так. Тренер Има Немаев. Клубу, боец. На ковре Б в красном трико борется Толстиков Руслан, Республика Бурятия. В синем трико Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. В ковре Б работает судейская бригада в составе руководитель ковра Павлов Евгений, судья международной и всероссийской категории. Арбитр на ковре Мухамединов Руслан, судья международной и всероссийской категории Амурская область. Боковой судья Цыбиков Циден, Республика Бурятия. Нашим было тут где? Вместе! Димбок! Так,
так было. Чисто техническую победу одержал Фомин Олег, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Жамсуев Бургет, Республика Бурятия, Жигзмаев Саян, Республика Бурятия. Готовится Цыденов Баир, Шарастепанов Даша. Шабу гарыш. Так время победу одержал Аркадий Дашутандуков. Республика Бурятия. Приглашается Харыскал Григорьев, Республика Саха-Якутия, Дмитрий Эрденеев, Республика Бурятия.